Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил возможную продажу комплектов модернизации для польских истребителей F-16. Об этом информирует Агентство оборонного сотрудничества и безопасности на своем веб-сайте. Сообщается, что стоимость сделки оценивается в 7 300 000 000 долларов. Польское правительство подало запрос на 58 комплектов новых дисплеев, такое же количество инерциальных и глобальных навигационных систем и радаров ANAPG-83. Кроме того, планируется закупить испытательное оборудование и тренажеры для авиационного вооружения, в частности для бомб GBU-53, GBU-39 и крылатых ракет AGM-158 JASM. Также Польша хочет приобрести 73 бортовые станции радиоэлектронного противодействия AN/ALQ-254V1 Viper Shield, системы предупреждения о ракетной атаке FASTA A-Warning System 2, системы наведения на цель JHMCS-2, радиостанции AN/ARC-238 и системы расширенной идентификации свой-чужой ENAPX-127. Кроме того, в сообщении говорится о системах выдачи контрсредств AN/ALE-47, системах шифрования, лабораторном оборудовании и другом, в том числе и секретном оборудовании, деталях, документации, техническом обеспечении и других услугах. Предложенная продажа поддержит внешнеполитические цели и национальную безопасность Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны-члена НАТО, которая является фактором политической и экономической стабильности в Европе. Говорится в сообщении. Можно предположить, что польские F-16 будут модернизироваться на предприятии польской заклады «Лётничі», которая принадлежит компании Lockheed Martin.